23 марта текущего года принято постановление президента Республики Узбекистан за номером 99 о создании для населения удобств при оплате административных штрафов и снижении на него штрафной нагрузки. Согласно постановлению, с 1 мая 2023 года правонарушитель освобождается от оплаты оставшейся части штрафа, если добровольно оплатил 50% суммы штрафа в течение 15 дней. Или 70% в течение 30 дней. Также этот порядок будет распространяться и на штрафы по административным правонарушениям, назначенные судом. Следует отметить, что на сегодняшний день правонарушитель освобождается от оставшейся суммы штрафа при добровольной оплате 70% штрафа в течение 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа. А также данный порядок пока не применяется в случае наложения штрафа судом за совершение административного правонарушения.